Стало известно, что полнометражная картина «Мастер и Маргарита» опального режиссера Михаила Лакшина собрала в прокате более миллиарда рублей. Фильм взлетел в топ-4 в России по кассовым сборам. Всего за две недели после выхода на экраны, полнометражная картина «Мастер и Маргарита» от режиссера Михаила Лакшина стала настоящим хитом и собрала более миллиарда рублей в прокате. Фильм, безусловно, покорил сердца зрителей классической историей, захватывающим сюжетом и отличными актерскими выступлениями. Также в этом году рекордные сборы показали и другие российские проекты. «Холоп 2», продолжение известной комедии, собрал более миллиарда рублей, а проекты «Бременские музыканты» и «Три богатыря и пуп земли» также оказались в списке миллиардных фильмов. Таким образом, российский кинематограф не только удивляет качеством своих произведений, но и демонстрирует значительные успехи в коммерческом плане. Это свидетельствует о растущей популярности и признании российского кино как на внутреннем, так и на международном уровне. Правда, режиссера Лакшина стремятся лишить доходов от экранизации. Ранее мы писали, что новый фильм Михаила Лакшина «Мастер и Маргарита» предложили национализировать, а деньги отдать в госбюджет.